Губернатор Приморского края Олег Кожемяка поздравил участника Великой Отечественной войны Бориса Павловича Кудрявцева с 78-й годовщиной Великой Победы, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Вместе с главой Краевого управления ФСБ России Денисом Симоновым губернатор навестил полковника КГБ в отставке и поблагодарил за мужество, героизм и самоотверженность. Борис Павлович Кудрявцев в военное время проходил службу в должности командира понтонного взвода в частях различных фронтов – Ленинградского, Сталинградского, Южного. Ветеран участвовал во многих боевых действиях и удостоен двух орденов Красной Звезды, Ордена Отечественной войны, Ордена Богдана Хмельницкого, медалей за боевые заслуги, оборону Сталинграда, взятие Будапешта, Вены, победу над Германией и других. Китель Бориса Павловича весит 6 килограммов. Ветеран встретил победу в бывшей Чехословакии, после войны служил 30 лет в КГБ и ушел на пенсию в звании полковника.